условия. А вам сейчас дует от окна, нет? Не чувствуете? Да нет, да. Просто сейчас не минусовая температура, вот какие у них тут окна. И нету ни одной форточки. Мы лежали, тут было вообще 12 человек. Год прошел, и вот. Ну, здравствуйте. А я вот смотрю, как у вас сделано. Мы год назад лежали, и что произошло? Заклина. Холодно. Обещают нам стеклопакеты поставить. А когда их обещают, сколько лет проходит? У вас честно, форточки много. Нет. А я форточка знаю, что есть. Много. Нет, они открываются, и вот это открывают. Ну, когда надо. Ну, как понятно, можно открыть форточку, если там человек лежит? Только когда выходят люди, только так. Иначе никак, к сожалению. Да я, когда мы лежали, я вон и с вашим заведующим говорила. У меня претензий нет к врачу, но вот это все, это кошмар кошмарный. Ну, к сожалению, не мы же это решаем. Ну, понятно, вот пускай.